Всем здорово, друзья, с вами Макс. После долгого затишья на 2 месяца или на месяц, я уже не помню, у нас новое видео наконец-то, и это анбоксинг iPhone 5s, конечно же. Как же без нового iPhone в Новый год, как говорится. Ну что ж, из-за угла наблюдает док-станция. Это iPhone 5s, как ни странно, я взял в золотом цвете, ну а почему бы и нет. Давайте посмотрим на коробочку. Здесь нарисованы уже iOS 8. Не смогу, просто немного не помещается в кадр, я ее так не смогу вам показать, только вот так вот. Так, ну здесь нарисовано iOS 8, так, давайте я сфокусируюсь. А вот приложение здоровья, был у меня уже 5S 1, только без коробочки, без всего, бэушный. В серебристом цвете он мне понравился, вообще телефон отличный, но тем не менее, вот у нас чисто новый запечатанный, я еще не открывал, сейчас будем все с вами, все при вас, будем открывать. Вот можно сравнить, у меня тут под рукой есть коробочка от iPhone 4, какая маленькая, малюсенькая просто. Это оба телефона для российского рынка, вот сравните. Конечно, вообще просто взрывает мозг, какая она маленькая. Яблочко здесь, iPhone 5s, яблочко и iPhone 5s. Все в золотом шрифте, кстати, и очень тонком таком шрифте. Кстати, мне кажется, все-таки зря iPhone, скажем так, этот, ну, на iPhone 6 зря убрали картинку. Мне кажется, очень красиво смотрится. Прям коробочка, вот я на нее даже жалко как-то открывать. Просто глаз радуется, реально. Я, хотя я сейчас сам весь радуюсь, сейчас новый iPhone. Причем этот iPhone у нас, как обычно, не на 16 гигабайт, а на 32. А на 64, к сожалению, в продаже больше нет. Хотя, знаете, я считаю, что, наверное, 32 это такой, знаете, золотой стандарт. Мое первое устройство в далеком 2012 еще году, да, по-моему, был iPod 4 поколения. Он был у меня на 32 гигабайта, и 32 гигабайта мне хватает. Не скажу, что мне 16 прям мало совсем, но если, конечно, я захочу поиграть сильно, там много игр установлю тяжелых, то да. Ну, 32 гигабайта эту проблему решает вообще целиком полностью. У меня тут подготовлен ножичек, давайте вскрывать. Давайте смотреть, вот 32 гигабайта. Так, сейчас я открою. Так, руки трясутся. Так, вот открыл, по-моему, или нет? Нет. Надо было нажать. Давайте мы сделаем вот так. Ах, волнуй себя, ты новый iPhone, новый iPhone. Как бы себе пол руки не оттяпать. Айфоны с ножиком никогда не открывал. Обычно просто по-варварски срывал пленку. А тут ножичком решил. Свежий айфон, свежий айфон. Так, так, вот тут не прорезалось, по-моему. Все. Так, убираем. Уже без разницы. Пленочку снимаем. Ну и выезжает наш красавец. Где-то он уже виднеется. Вообще, коробки Apple всегда так открываются. Не очень. Вот у меня до сих пор, знаете, пленочка еще, да, давайте оторвем. Коробочка от iPad 4 моего, она до сих пор туго скрывается. И вот наш красавец золотой с пузыриком пленки, давайте мы его возьмем. Так, нет, вот, пузырик на пленке, странно. Не, ну, блин, у меня руки слегка влажные. Вообще, блин, ребят, аппарат, конечно, блин. Круто. Золотой цвет я вот смотрю. Не, золотой крутой. Вообще, блин. Мамочки, блин, вообще, блин. Не, мне нравится, мне нравится. Золотой, вот у меня был белый. Я думал взять Space Gray. Белый просто уже как-то второй. Еще один белый мне как бы не хотелось. Вот я вижу, он отсвечивает. Не, золотой крутой, крутой. Так, давайте что мы сделаем. Наверное, сделаем вот так вот. Вот сюда положим. Пусть он пока у нас включается. Первое включение. А мы посмотрим, что у нас в комплекте. Ну, тут как обычно все. Не смотрите, что я так говорю. Просто я очень рад.
Ну, тут, на самом деле, даже вот это я ничего не буду открывать, потому что AirPods у меня есть. Так, сейчас. Вот. От другого 5S. AirPods у меня есть, вилка есть, и Lightning есть. Ну, вот все. Давайте посмотрим книжечку. iPhone уже загрузился, кстати, вот. Пишет, что там нет сим-карты. Так, скрепочка. Давайте сразу же, прям, раз у меня коробочка от iPhone 4 под рукой. Смотри, я. Какая скрепочка в iPhone 5s, какая шла в iPhone 4? Ну, вообще, блин, Джонни постарался. Ну, давайте, вот это вообще я обожаю. У меня есть такая традиция, немного глупая, на мой взгляд, но понюхать свежие, скажем так, документы от айфонов. Кстати, пахнут всегда зачетно вообще. Ну, здесь рассказывается книжка «Что, где, куда?» Ну, где, «Что, где, когда?» на русском, кстати. Мне хотелось бы, наверное, знаете что? Чтобы они... Давайте уберем iPhone. Чтобы они еще вот эту картинку на русский сделали. Там английский. Вот тоже, в принципе, не так уж важно. Свидетельство об iPhone. Гарантийная гарантия. Странно, раньше давали еще на других языках. Яблочки. Яблочек у меня уже до хрена и больше. Скажем так. Я их никуда вообще не клею, просто собираю. Мне бы, знаете, еще наклеечки от какого-нибудь Mac Pro в коллекцию черненькие, знаете, вот это вообще было бы. Ну, да, у меня, кстати, от Mac тоже нет наклеечек еще. Пахнет вообще шикарно, ребят, вот. Знаю, что это звучит, это как-то глупо, пахнет шикарно. Ну, вот, да, давайте, кстати, вот вы видели только что от 5S конвертик. Во-первых, тут от 4-го айфона по объемнее конвертик. Но у меня было 4S. Тут, кстати, еще наклейки лежат, засунул водку на где. От iPod Shuffle. Но не будем о нем. Привет, салют. Короче, на нескольких языках. И наклейки от 4-го iPhone и от 4S. Они, кстати, по-моему, отличаются. Хотя, хрен с ними. Новый iPhone, новый iPhone. Прям вообще новогоднее настроение прет у меня. Вот ждем уже Новый год. Ну, что сказать. Завтра каникулы. Кстати, ребят, на каникулах будет много видео. Так, iPhone. Так, ну, сим-карт. Так, значит, надо идти мне, да, и искать сим-карту. Так, хотел, кстати, зайти купить в Мегафоне сим-карту новую. У меня МТС сейчас. У меня просто уже сим-карта вообще в нуль ушатанная, грубо говоря. Сим-карта не ставлена. Для активации ставьте. Но этот телефон SIM-free должен быть, потому что купил его сейчас в магазине за безбожные деньги. Ну, шучу, не безбожные, конечно, но вы, думаю, знаете. Блин, он еще и мой Wi-Fi не ловит. Так, ребят, давайте я выключусь быстренько, сейчас найду SIM-карту и продолжим снимать. Так, ребят, я сходил к Wi-Fi роутеру поближе, подключил уже его к Wi-Fi. И давайте, не знаю... Он нам просит сим-карту. Сим-карту тоже нашел. Сейчас ставим. Сейчас я возьму скрепочку. Не буду от 4-го айфона. Откроем от скрепочка от 5S сейчас. Первое, скажем так, включение. Вот. Блин, как-то непривычно. Поухватистей была скрепка от 4-го айфона. Так, правда, 4-й айфон сейчас не у меня даже. Ну окей, сейчас это не волнует. Нас волнует. Так, все. Так, что-то мне... О, даже молоток золотой. Ну, ребят, смешно мне даже как-то. Золото, золото везде. Золото. Но на то и золотой айфон, чё. Так, вставляйся. Фокус. Фокус, говорю. Нет сети. Так, вообще фокус пропал. Повторить. Сеть поймал. Включить геолокацию. Настроить войти с Apple ID. Я тебя войду. Че, почему бы и нет? Как говорится. Вырезать, наверное, не буду, ребят. Не обессудьте. Я неправильно почту ввел. Сейчас, ребят, сейчас все у нас будет. Я, конечно, рад, особенно то, что он 32 гигабайта. Сейчас будет... Так. Сейчас. Так. Он нам говорит, что хотите принять? Да. Кстати, уже оператора нашел. Все нормально.
Так, я не хочу вам просто показывать сейчас из-за того, что нам настроить так фокус. Так, фокус, слышь? Извиняюсь, ребят, конечно, за фокус. Настройка по воде может занять несколько минут. Но это из-за того, что у меня Wi-Fi далеко. Не удалось выполнить вход, ваш не подключено к интернету. Вообще зашибись, 3G. 3G. Так, ребят, прервемся, я, пожалуй, пойду к роутеру активирую, а то далеко от Wi-Fi. Сейчас скоро вернусь. Ну что же, дошел я до шага с активацией Touch ID. Кстати, можно уже, наверное, его в док-станцию даже засунуть. Или не будем? Не будем пока, наверное. Но пусть она наблюдает, сейчас затестим. Можно настроить позже. А я хочу прямо сейчас, ребят. Давайте мы прямо сейчас по-варварски вот так откроем пленочку. Пусть она у меня тут полежит. Но у меня пленочка есть. И понеслась на свежекупленном айфоне. Возьмите устройство удон и продолжите пока захват отпечатка. Вот здесь, на самом деле, чтобы не было фейлов, я рекомендую вам на 360 градусов ваш палец сейчас забить. Вот как я делаю сейчас. Потому что могут быть фейлы. Зачем вниз так? Ну, потому что, знаете, когда вытаскиваю телефон, может быть, я так возьму. Все, завершено. Так, а вот это я показывать вам не хочу. Поставлю такой же пароль, как у меня на iPad, в принципе. Так, использовать. Конечно, использовать, дорогой. Почему бы и нет? Ну, у нас еще сзади пленочка. Может, сейчас ее тоже отклеим. Может, и нет. Надо сейчас еще притуться кто-то выключить. Так, не хочу пока восстанавливать, потом. Не хочу отправлять. Начать использование нового iPhone 5s. Конечно. Так, давайте сразу же. Вот он. Вот он, родной. Вот, слушайте, кстати, у меня модификация не на 64, на 32. Но вот пакет Numbers, iTunes U, iMovie, Pages, Keynote, GarageBand. Все это... Так, нас прервали. Все это у меня тут предустановлено. Так, нет контактов. Не, ну... Подождите, хотя нет. Слушайте, тут не весь пакет, по-моему. Ну, GarageBand-то понятно, что самый главный программ, который мне нравится, нет. Хотя, может, ну-ка, слушайте. Numbers. Pages где? Так, Pages зажали. Не, у меня этот пакет еще, по-моему, с 4S-ки у меня был доступен мне весь. Так что... А, нет, слушайте, вру, вот же GarageBand. Чё я туплю, блин, слепой? Ну, окей. А, вот мне, кстати, на iPad уже прилетело то, что добавлен в FaceTime, в iMessage, iPhone новый. Не, слушайте, вообще прикольно. Прикольно, GarageBand. Слушайте. Ну, GarageBand я вообще обожаю. Че, полная версия даже, что ли, доступна? Не, так, на YouTube мы это делать не будем, потому что еще забанят нас. Слушайте, полная версия. Вот это прикол. Не, GarageBand я реально люблю побринкать, особенно на iPad. Это вообще круто. А тут, может, сейчас она у меня, кстати, в Apple ID появится, GarageBand. Кстати, вот его можно, наверное, удалить, да? Pages'а почему-то нет. Да, можно удалить, если не нужен вам пакет iWork и iLife. Только жалко, что, кстати, в iPhoto выпилили за iOS 8. Кстати, ну приложение, кстати, в покупках отображается еще. Сотовая связь. Включить LTE. Давайте мы это выключим. Мне сейчас LTE все равно нету. Так, давайте мы, знаете, что посмотрим. Какая версия? 8.1. Доступно 23 2 гигабайта. Ква-ква-ква. Называется 32 гигабайтный iPhone. Доступно 23 гига только. Да, смешно. 10 гигов куда-то пропали. Не, система, конечно, ну тут, мне кажется, уже подгрузились контакты. Сразу давай. Почему нельзя Touch ID? Так, сразу же поставим. Почему бы и нет? Так, принимаю. Давай мне сразу. И поставим сразу же проценты.
Да, давайте чисто ради прикола. Интересно, а прилетела моя медкарта сюда? Нет, медкарта... Я думал, медкарта по облаку прилетит. 64 шага прошел. Ну что ж, вот такой iPhone. А, слушайте, а фотопленка? Нет, тоже не подгружается из iCloud что-то. Ну, вот такой сумбурный анбоксинг. Чуть, наверное, через... Ну, вот эти выходные пройдут, я попользуюсь айфоном вдоволь. Не, конечно, я не думал, что здесь будет предустановлен этот пакет. Честно, неожиданность. А, вот что место занимает 23,2 гига же. Место хранения GarageBand, MyMovie, Pages, Numbers. А я сам думал, сейчас приду, скачаю пакет этот. О, все, почему-то, кстати, те... Блин, вот же Pages, Numbers, стойте, Numbers, Keynote, Pages, iMovie. Да, все, на месте. Ребят, это мой фейл, папочки. Мой фейл, все на месте. Мой фейл, новый iPhone, обновление запрошено. Но интернет фиговый сейчас. Я далеко просто от роутера. Ну ладно, буду пользоваться. Поиграю сейчас, надо что-нибудь скачать, попробую затестить. Хотя я знаю, что этот аппарат мощный. То есть даже iPad 4 все не хватает. Заднюю пленочку сейчас тоже, наверное, сниму. Ну все, на этом всем пока. Всем удачи. С наступающим вас Новым годом или с наступившим. Смотря, если смотрите это уже в 2015 году. Всем удачи, всем пока.